Кировской государственной консерватории меня просто направили в Киров. Можно даже сказать, почти насильно тогда, потому что в Горьком у меня оставалась мама, и мне хотелось где-нибудь поближе, на Терзамас. Но мне сказали, нет, вот выбирайте, что есть. И вот Кировское училище искусств. И я просто подписала направление и приехала сюда. А потом так влюбилась. Тут такая была работа замечательная. И так все, в общем, мне нравилось. Работы было столько, сколько хочешь. И учеников было много. И все тут было хорошо. И тогда такая музыкальная жизнь была в городе замечательная. Приезжали масса лауреатов. Мы их приглашали в училище. Они у нас, мы с ними общались. Педагоги Московской консерватории. Вот. Жизнь была очень хорошая здесь. Значит, буду я виновата. Например, этюды Баха и Бетховена. Вот. А из детского альбома тоже что-то много пьес. Она мне уже тогда играла что-то, одну пьесу. Сейчас очень много. Так, Машенька, бешеный голос все время очень, очень хорошо, он слушает. Вот. Тебя он не всегда так выровнен, красиво, понимаешь, он все так. Забывают о том, я сразу же запомнила, что педагогический дар так же редок, как и всякий другой. Опытом что-то приобретается, умение общаться с детьми, знание репертуара. Ну, пожалуй, все. Больше ничего. Все остальное идет по интуиции, то есть талант. Сонатина фа мажор, первая часть, исполняет Мария Головачева.